строительство жилой и коммерческой инфраструктуры в городе Ташкенте вдоль реки Черчик совместно с BI Group. На связи с нами директор компании BI Group Айдын Рахимбаев, заместитель хакима города Ташкента Шаров Рахмонов и учредитель компании Мурат Билдинг Мурат Назаров. Уважаемые президенты, строительство социально-коммерческой и жилой инфраструктуры вдоль реки Черчик предусматривает развитие и благоустройство набережной реки, парков, коммерческих и жилых сооружений более 1,5 миллиона квадратных метров, включая школы и поликлиники. Мы хотим создать для жителей города Ташкент все условия для комфортного проживания. Мы готовы к запуску строительства.